Лауреатами премии ФСБ стали авторы цикла «Страницы истории самарской контрразведки». Он выходит в эфир телеканала «Губерния» с 2013 года. Проект отметили в номинации «Телевизионные и радиопрограммы». Впервые за 10 лет престижную награду получают региональные телевизионщики. Ранее ее обладателями становились лишь представители федеральных каналов. О прошлом и настоящем, опасной и трудной службе, историях, которые долгое время были под грифом «Секретно», и авторах уникального цикла в нашем материале. Щит и меч, как символы незыблемости основ государства. Престижные награды удостоились авторы цикла телепередач «Страницы истории самарской контрразведки». Премию ФСБ России в номинации «Телевизионные и радиопрограммы» нашим коллегам вручила режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств России Ирина Свешникова. Первая серия вышла в эфир телеканала «Губерния» в 2013-м. У истоков создания проекта стояли ветераны службы. Идейным вдохновителем, автором и бессменным ведущим на протяжении почти трех лет выступал почетный сотрудник контрразведки, руководитель Музея управления ФСБ России по Самарской области, полковник в отставке Сергей Хумарьян. Когда мы пришли к Сергею Георгиевичу Хумарьяну, который возглавлял когда-то нашу самарскую контрразведку в течение многих-многих лет, и стали обсуждать с ним идею патриотического цикла, который рассказывает об буднях и о результатах деятельности самарской контрразведки, вот тогда родилась идея создания такого сериала. Работа над документальным сериалом, как признаются его создатели, подвигалась непросто. Большинство материала до сих пор находится под грифом «совершенно секретно». Каждое слово в сценарии порой приходилось подвергать внутренней цензуре, чтобы не навредить еще живым героям истории и ненароком не приоткрыть завесы государственной тайны. Но оно того стоило. Мы понимали, что это нужно не только тем, кто работает в этих структурах, тем, кто имеет отношение к ФСБ, но и жителям Самарской области. Мы должны знать, из чего складывается наша жизнь, кто работает на наше благополучие, на то, чтобы жизнь была спокойной, мирной. В планах у авторов проекта «Страницы истории самарской контрразведки» познакомить зрителей с самой свежей, создающейся буквально на глазах, летописью будней современных контрразведчиков. Новые серии первыми, как и прежде, увидят зрители телеканала «Губерния». Владислав Жирнов, Сергей Павлов. Новости «Губернии».